Целый ряд крупных европейских торговых сетей объявил о решении не уходить из России. Для жителей Твери эта новость имеет большое значение, так как касается нашего города напрямую. По словам главы Союза французских предпринимателей Жофруа Родебезье, об этом попросило правительство Пятой Республики. Во французских компаниях в России работают около 160 тысяч человек. Все сотрудники должны питаться, получать зарплату, цитирует господина Дебезье РИА Новости. Напомним, что накануне информацию об остановке работы в нашей стране опровергли и в немецкой торговой сети «Глобус». Эти новости напрямую затрагивают и Тверь. В областном центре находятся 5 супермаркетов «Ашан», а также гипермаркеты «Леруа», «Декатлон» и «Глобус», обеспечивая занятость сотен жителей Верхневолжья.